Всем привет, меня зовут Евгений, я представляю команду My Deco Room. Сегодня мы приехали в реставрационную мастерскую Wood The N, взяли с собой наш антикварный бельгийский столик и покажем вам, как будем его реставрировать. В первую очередь мы снимем старое покрытие, потом мы нанесем новое покрытие, и финальным шагом у нас будет патинирование. Начнем с осмотра. Имеем дефекты лакокрасочного покрытия по столешнице. Видно следы эксплуатации, где-то чем-то стукали, вмятинки по шпону. Ну и потертости на ногах. Необходимо снять покрытие полностью, зашлифовать, подготовить к покраске и, соответственно, нанести новое. Процесс замены ЛКП начинается с подготовки поверхности. Для этого нам необходимо удалить старый лак с помощью смывки. Спустя время старый лак отходит от рабочей поверхности. Убираем его с помощью шпателя. В процессе снятия лака по мере необходимости добавляем смывку. Для полного его удаления используем металлическую щетку. После удаления лака имеем такой результат. Абразивные губки, шлифмашинка, цикля, абразивный круг, отвертка. Все это нам понадобится для этапа шлифовки. В труднодоступных местах используем напильник. Процесс шлифовки завершен. Столик готов к покраске. Это самый важный этап, которому мы уделяем особое внимание. От этого зависит конечный результат.